такой вот крем для ног, так называемый. Но больше он, скорее всего, грибковый крем для ног. 25 грамм крема тут. Такая вот коробочка. Сзади все на китайском. Состав. Инструкция, состав. Все на китайском написано. Срок годности. У нас вот здесь на коробочке. Вот написано 25 грамм. Штрих-код. Вот такой тюбик. Тоже все на китайском тут. Тоже инструкция. То же самое повторяется, что здесь на коробочке сверху. Вот один к одному. Все, что тут написано, все на тюбике то же самое. Только нету срока годности. На самом тюбике. Ну, еще инструкция на китайском. Опять же на китайском. Опять же то же самое повторяется, что на тюбике, что на коробочке. Вот здесь вот. Вот это. И опять же все на китайском. Что хочу сказать. Очень хороший крем. У сына. Вот. Если мы уже им использовались. Сын пользовался. Начали ноги вонять сильно. Наступила жара и начали сильно вонять ноги. Только начал пользоваться, буквально за 2 дня ноги перестали вонять. То есть запах. Воняли так, что аж топор вешай, как говорится. Очень сильно. И за 2 дня снял запах. Очень хороший такой вот крем для ног. Ну, я же говорю, скорее всего, он противогрибковый. А, еще хотел показать, что там внутри. Вот он такой розоватый цвет. Вот. Розоватый такой цвет. И запах ментола. Пахнет ментолом.